Привет, я кот Мурзик, и это моя новая песня «Зачем коту ёлка?». Всем привет, котам, собакам, или если вдруг енот, вам советы накалякал всем известный Мурзик-кот. Все мы знаем, что приходит у хозяев Новый год, и людишки тащут ёлку прямо в дом, не в огород. Ёлка – это дерево такое колючее и невкусное. Мне все это непонятно, я скажу напрямоту. Ёлка в зале – это глупо, не нужна она коту. Занимает мое место там, где я люблю сидеть, и в глаза мне чем-то светит, я боюсь туда глядеть. Но, конечно, поразмыслив, можно ёлку применить, ёлка лазанием заняться и игрушки перебить. Если ты кошак активный, дотянись до звезды, ну а главное, в процессе ты не получи по ушам. Короче, береги честь с молоду, усы, лапы, хвост. А еще на елке дождик. Это очень вкусно есть. Он блестит, хрустит и длинный. Плюсов всех не перечесть. Он потом из попы лезет. Может, прямо в Новый год он украсит твою попу. Это если повезет. И кокульки потом такие красивые. Если ты вдруг застеснялся все игрушки перебить и не любишь кушать дождик, нужно елку завалить. Тут стратегия такая: нужно лезть к звезде впритык, раскачать верхушку елки, и наступит ей кирдык. Так сказать, нарушить эквилибриум, чтобы грохнулось. Ну а если ты собака, просто гавкай на звезду, щелкай шарики зубами, что висят в нижнем ряду. Можешь дождик тоже скушать, если любишь красоту, но не жадничай, делися, оставь дождика коту. И последние советы. Если слушает енот, можно мыть игрушки с елки прямо в банке из-под шпрот. Можно грызть игрушки с елки, можно елку тоже мыть. А если вдруг тебя накажут, все на Мурзика свалить с его дурацкими советами. Все походу я про елку всем пушистым рассказал. Поделился всем, что знал. Эту елку я терплю который год. А хозяева тупые ставят в каждый Новый год. И еще не убирают до апреля в огород. Накалякал вам про елку всем известный Мурзик-кот. Мяу. Прятался.